А, вон она. А, вон. В данном случае к муравьям еда пришла прямо в дом, как плата за гибель близких. Еще раз фотографируем их в домике родном. И халву, похоже, им удобнее всего отщипывать, так как она не плотная. Прям заметно, как кусочки пропадают. Все. До свидания все, кто меня смотрит. И приятного вам аппетита. Дачные цветы с моего участка и не только. Все это очень красивое, природное и натуральное. Ну, в принципе, тут даже представлен немного шашлычок. А в цветах есть шмели, например. Также это пионы из всего представленного, одуванчики, другая красота, жасмин и прочее. Небольшой водный источник, река рядом с дачей. Ну, пожалуй, еще шашлык, как главная составляющая праздничная, клубника. Свежие, только что выросшие, лук, птички поют. А в остальном
Это очень приятная прогулочка по товариществу собственников дачных участков. Раньше он был военным, сейчас, в принципе, живут все, кто купил заново участки и потомки прошлых жителей. В принципе, могу советовать искать здесь дачи, смотреть цветы, лютики. Ну, место, как говорится, сама указывать не буду. Птичку вы видели только что. Дальше будут еще бабочки немножко, просто земля, с бабочек капустницы и павлиний глаз. Кротов, к сожалению, я не встретила. Да, в самом начале видео вы увидите очень трудолюбивого шмеля, который вам явно понравится своим упорством в добыче нектара. О, орхидея. Дальше вот еще птица, которой вид я не знаю. Она же она. Вот она на крыше. Дальше источник дачной воды. Опять же птичка. Она самая. Так, теперь вот собачку встретила. Кого-то из жителей. Жучки на цветке. Опять же пионы разной степени открытости. А в остальном все. Спасибо за внимание к моим работам, видео. И смотрите дальше. Да, еще здесь будут муравьи. Про них не забудьте. Очень симпатичные, красивые создания. Как бы странно это ни казалось. Так, дальше. Ревень с цветком. Опять же лук. Клубника. Цветочек. Еще цветочек ревеня. Цветок лука. Так, дальше. Название не знаю. Клубника уже поспевшая, первая. Ягоды. Смородина. Черная. Красная. Это уже крыжовник. А вот, собственно, и муравьи, о которых я говорила. С едой. С большим количеством подаренной им еды. Цитрон конфетой, халвой и сыром. Мясо, как главная составляющая дачи. И вот елочка, можно поесть. Лютики. И последний кадр. Единственный съеденный клубника. Теперь все. Пожалуй, до свидания.